Жареные пирожки. Пышные, румяные, с хрустящей корочкой и нежные, как облачко. Да еще с необычной начинкой из фарша с обжаренными грибами и баклажанами. Вкуснятина необыкновенная. Скорее заходите. Можно приготовить начинку с отварным мясом, пропустив его через мясорубку и добавив жареные грибы и баклажаны с луком. Так будет менее жирно. Но вариант с фаршем вкуснее. Пробуйте пирожки из нежного теста с сочной начинкой, это вкусно. Для приготовления теста в теплой воде растворите соль и сахар, добавьте муку, перемешанную с дрожжами, влейте масло и замесите мягкое тесто. Оно будет немного липким, но не стоит забивать его мукой. Я вымешиваю тесто в хлебопечке. После замеса дайте тесту подойти в объеме втрое. Пока тесто подходит, приготовьте начинку. Обжарьте на сковороде лук и баклажаны в небольшом количестве масла до румянца. Добавьте грибы и жарьте все вместе до подрумянивания грибов. Добавьте фарш и жарьте до рассыпчатости. Посолите и поперчите по вкусу. Влейте полстакана воды и тушите начинку до выпаривания жидкости. У меня начинка вышла жирноватой, я добавила полстакана кускуса. Начинку остудите. Тесто подошло, разделите его на небольшие шарики. Руками без скалки разомните нежное тесто в лепешку. Выложите начинку и защипните круглый пирожок. Уложите пирожки за щипами вниз для расстойки. Не забудьте накрыть салфеткой или полотенцем, чтобы не заветрились. Жарьте пирожки партиями в хорошо разогретом масле на среднем огне, переворачивая, до готовности. Кладите на сковороду сначала за щипом вниз. Выкладывайте на салфетки для удаления излишков масла. Подавайте горячими, с пылу, с жару. Однако и теплыми, и холодными пирожки из этого теста все равно вкусны.